Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень вкусные спагетти с морепродуктами. Нам нужно черные спагетти, острый перец, чеснок, тертый сыр, морепродукты, сливочное масло, оливковое масло, томатная паста. Из приправ нам нужно итальянские травы, черный перец и соль. Для начала надо измельчать чеснок и перец. Сначала варим спагетти. У меня черные с чернилами каракатицы. В кипящую воду добавляем соль. Перемешиваем. И отпускаем наши спагетти. Варим 8-10 минут. Пока готовятся спагетти, готовим морепродукты. В горячую сковороду добавляем оливковое масло. Добавляем морепродукты. Обжариваем морепродукты. Добавляем сливочное масло. Томатная паста. Перемешиваем и обжариваем 2-3 минуты. Добавляем чеснок, перец и бульон от наших спагетти. Где-то 100 миллилитров. Обжариваем пару минут и готово. Сверху засыпаем тертым сыром. И блюдо готово. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить наши новые видео, нажмите на колокольчик. До новых встреч!